Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, это канал GGFM, и продолжаем Walking Zombies 2. И что? Идем открывать сейф, наконец-таки. 7 литров, пока у нас есть бензинка, обратно нам тоже хватит. Потом надо будет, наверное, покупать, я не знаю, как по-другому. Ну, может быть, мне дадут за это задание что-то. Я уже не помню, на самом деле, что какие-то награды будут. Так, для начала немного расчистить пространство перед домом. 14 зомби надо убить. Отлично. Ой, замечательно. Все бы так шли. Но тут уже не выше. Ой, как прям колонна прям идет. Но все равно неплохо. Ага. Еще бы попадать. Отстань. Все. Откройте сундук отмычкой. Блин, что-то как-то сегодня не так играется почему-то. Что-то мне страшно. Ох. Пацаны, вы откуда? Девчули. Никто не говорил, что там будет внутри еще и зомби. Знаете, чего не хватает? Так это какого-нибудь удара с руки вблизи. Потому что, ну, постоянно переключаться, допустим, на футбольную битву не очень-то удобно. Никого нет? Давайте, будем первый раз пробовать. Игра остановлена. Ага, все, я понял. Окей. Ой. Ой. Сейчас, наверное, отмычка не будет ломаться у меня. Да, блин. Понял. Наверное, из-за того, что это обучение. Итак, что тут у нас есть? Ну-ка, что там? Что это здесь? Какая-то ключ-карта? У нас неприятности, на нас движется целая орава зомби. Я пойду вперед. Тебя там сожрут сейчас, дурачок. Не ходи туда. А нет, он смог выбежать. Я взял, да, карту? Блин, а почему нельзя через... Блять. Их можно не убивать. Их можно не убивать. Хорош, ты чё? Вот паскуда, тварь. Короче, сюжетик пошел. Сюжетик, ребятки, пошел на третьей серии. Ага. Я ждал, что когда-нибудь этот сарай откроется, и вот он. Фак, фак, фак. Говно, говно. Срань. В смысле? Не понял. 10 дней спустя. Что? Что происходит? Как, а почему я не превратился? Или я теперь буду разумным зомби? Или я живой? Странно. Надо вернуться домой и поговорить с Фрэнком. Надо вернуться домой. Я все понял. Фрэнк, что тут произошло? Я хотел подождать, пока он не доберется до машины, но ему не повезло. Ах ты пиздобол. Зомби добрались до него быстрее, так что мне пришлось уйти. Разве можно такое пережить? Прошло уже 10 дней, он давно должен был обратиться. Я все знаю. Смотри, у него следы укусов. У меня иммунитет. Но его раны почти зажили. Я все объясню, но сначала пусть он отдохнет. Я тоже сейчас все объясню, но сначала пусть он отдохнет. Ну, в общем, вы же помните, что в начале этой игры родился мальчик, вот главный герой, собственно. А его мать-то была уже заражена, она была уже зомби, так что у нас иммунитет. Это все объясняет, на самом деле.
Это все объясняет. Так, у меня оружие, надеюсь, там не похитил. Да, отстань от меня. Отлично, что уровень? О, 15 бензина. Мало, конечно. Мало. Мало половин. Так, что он там? Бинтики, да, очень нужная вещь, конечно же. Умение. Я, кстати, между сериями купил книжечек. Тут теперь у меня разговор 40. Так, я знаете, что хочу? Здоровье, я думаю, может быть, качнуть. Чтобы у меня было 75. Хотя у меня... Ладно, 70 мне прям хватает, нормас. Я не знаю, что качать на самом деле. Торговля тоже как бы... Давайте... Не знаю. Давайте еще разговор качнем дальше. Потому что... Он может пригодиться, одаренный. Вы получаете довольно 2 очка умения за каждый новый уровень. Одно число уровня необходимо для получения. Нет, это мне не нравится. Получается, за каждые 3 нам дают одну это, да? Угу. Не. 15% больше. Язык зверей. Так. Больше критов. Кстати, может быть. Шанс на крит урон на 5% больше. Мало, конечно. Это что такое? Доставайте оружие, не то. Вот это, кстати, хорошее. И ваша способность к обучению выше среднего в сравнении с другими выжившими. За каждый новый уровень вы будете получать на дно. Вот, давайте, наверное, это. А наживо что там? О, а давайте вот это все-таки наживу сделаем. Плюс 10 здоровья. Ну ладно, пусть так. Все равно неплохо. Да, у меня тут все на месте, это хорошо. Старшой, что рассказывай, что там случилось-то? А, ну и как ты себя чувствуешь? Не понимаю, разве это возможно, что я не обратился, как остальные? Твою мать заразили во время беременности, она обратилась сразу после твоего рождения. Ну, дальше. Очевидно, благодаря этому ты получил иммунитет к вирусу. Не понимаю, как это возможно. Или, да-да-да, я все знал. Ну, давайте не будем фигню страдать. Ладно, над твоей матерью ставили эксперименты в расположенной неподалеку научной базе. Да ну нафиг. Когда я узнал об их опытах, ты то помог ей избежать. Что было дальше? Этот безумец, доктор Смит, он ставил на них самые разнообразные опыты. К сожалению, для твоей матери было уже слишком поздно. Прежде чем мир пошел ко дну, эта научная база представляла собой целый комплекс. Один из корпусов находится совсем близко. Никто из наших не ходил туда уже 18 лет. Там все кишит зомби. Ну, видимо, надо будет сходить. Для простого смертного это было бы самоубийство, но с твоим иммунитетом, думаю, у тебя получится. Сходи туда и выясни, что там сейчас происходит. И сейчас нам пригодится наш разговор. Это верно, вот возьми кое-что из моих вещей. Давайте гранатки возьмем. Ну и, конечно же, задание примем. Так, больше нету ничего. Сразу же тогда, вон... ХПшечка у нас пошла. Пошла ХПшечка, это отлично. Так. Книжечек больше нету никаких. Это мы все, куски все продаем. Про книги мне так никто и не написал, наверное. Либо никто не знает, либо никто не смотрит. Одно из двух. Ну, вроде посмотрит, какие-то есть. Так, что у тебя там по заданиям, кстати, новых? Так, ты не толкайся, пожалуйста. На зомби, защита местности. Ну, бабосики-то можно подзарабатывать. Но я думаю, это не так интересно. Это можно вообще между серией поделать. Потом как-нибудь. Ну, я их приму сейчас. Чтобы они просто никуда не ушли. А, и потом мы это сделаем. Все, пока. Так, и все, значит, мы идем. Вход на научную базу и мелколесье. Там нам дадут новый противогазик, и, в принципе, это близко. Так что мы направляемся туда.
Тут опять какие-то грибы надо найти. Да? Да. Опять грибы надо собирать. Надеюсь, никакие не галлюциногенные грибочки-то. Наша медсестра тут собирает. Ну и, конечно же, орда зомби. Сколько? 22 зомби. Где они? Блин, а он мощный, оказывается. Отлично. Вот это вовремя. Вот это вовремя. Хорошо. Промахнулся, это плохо. Блин, ну очень хорошо, что с них... Да ну хорош. Так башкой мотают, что хрен попадешь. Очень хорошо, что с них... что там, троечка? Не зря взял гранатку. Она мне сейчас... Вот сейчас бы добить рукой как-нибудь, было бы прикольно. Деревянные палочки, деревянные палочки, деревянные... А, все, вижу. Про что я говорил? Про что-то я говорил. Но не помню про что. Про что-то говорил, что мне бы сейчас что-то пригодилось. Я не помню что. Блин, опять бежит. Ну, посмотрите. Что мне с ним делать? Собака! Тихо! Сдохни. Ой, ой, ой. Отлично. Но, блин, а он не убивает, да, своих? Это плохо. Это плохо, и меня тут... Нет, не ударили. Отлично. Блин, так пробежал, что аж это... Мурашки. Мурашки пошли. Ну, их слишком много. Тут... Что такое, а? Что-то его мотать стало. Я не знаю, почему. Как будто синса у меня изменилась. Опять грибы. Женщина, ты определись. Почему нельзя было сразу собрать 12 грибов? Все, конец, можно убежать. Опять зомби орда. Опять орда зомби. Опять этот бежит там. Там псина. Тихо. Ой, зажимают, зажимают. Отлично. Пацанва, где бочка-то осталась? А вот вообще бесполезные тут бочки на самом деле. Ладно, еще одна граната. Уть, 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 уть. Ну, гранаты здесь прям выручают. Сколько? Ой, вот как раз таки. Гранаты прям тут спасли меня, на самом деле. Все, миссия завершена. Отлично, сейчас получим новую бронюшку. Новую бронюшку. Отстань, пожалуйста. Идем в центр. И потом уже... Потом идем на военную базу. А ничего не появилось? Так, Лейла. Блин, тогда протупил. Да, давай противогаз. Отлично. Что, еще что-то новенькое? Ну-ка, давай. Аманда пропала, пожалуйста, помоги мне. Да ну нафиг. Серьезно? Я собирала грибы вместе с Амандой, как вдруг появились зомби, и мы разделились. Когда я вернулась, Аманды там не было. Прошу, найди ее. Хорошо. Хорошо. Все, серьезно, Аманды-то нету. Прям серьезно, без шуток. Что у меня по инвентарю? Так, это у нас 4 дает. Убери, пожалуйста. А, подожди. А бейсболка дает 2. Ну да. Ладно, потом будем продавать. Бежим, 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 бежим. Хочу уже на научную базу отправиться. А потом уже пойдем спасать Аманду. Аманда, дурочка, бедная. Куда-то убежала. Она постоянно хотела кушать. Обыщите мусор. Пойдем обыщем.
Блять, я испугался. Думаю, что такое? Вот это кританул, так кританул называется. Какие-то дырки. Блин, ну их слишком много. Надо что-то, походу, оружие какое-то новое уже себе приобретать, наверное. Хотя... Блин, вот иногда получается пробить насквозь их. Сколько? А что так много-то? Почему? Орда зомби. Вы что, откуда вы вообще тут взялись-то все? Вам не кажется, что вас многовато здесь? Зомби, привет. Ой, Библия, это офигенная вещь. Библия, она дает плюс 5 к... Чё зомби-то не умирают? Я чё-то не понимаю. Я в кого попадаю? Или это не те зомби? Подожди. Почему все еще 8 из 11? Какую именно орду мне надо одолеть? Ну, блин, ну они все смешались, и как мне понять, те зомби это или не те? Ой, книжки выпадают. Это замечательно. Прям отличный уровень. Пока меня все радует. А в этом мусоре я могу что-то находить еще? Конечно же, орда зомби. Две собаки, да ну нафиг. Тихо. Убежал. Убежал. Блин, а патроны-то, между прочим, заканчиваются. А зомби нет. Ну, конечно, если я в молоко буду постоянно стрелять, то... Ничего хорошего из этого не будет. Ладно, скоро придется переходить на какое-то другое просто оружие. Да и все. В принципе, ничего в этом страшного-то и нет. Обыщите тело. И потом надо будет туда идти, да? Так, где орда? Собаку вижу. Орду не вижу. Надо их на бочку просто вызвать. Пойдемте сюда. Кстати, в дом можно зайти еще. Пацаны, давайте подходим, подходим к бочке. К бочке. Покучнее, пожалуйста. Могу тут убежать? Во, вот это хорошо. Вот это сейчас было отличненько. Хочу сюда зайти, может быть, что-то есть. Блин, кроме говна ничего. Совершенно. Вот это жалко, что кроме говна там ничего. Обыщите вход на базу. Блин, офигеть. Это прям Fallout какой-то начался уже. Какая-то кнопка, не кнопка. Все, обыскиваю. Все. Могу убежать? Да, видимо, могу убежать. Ну только я ничего тут не нашел уже, получается. Уйди. Уйди, уйди, быстренько, быстренько в центр. Блин, бензин улетает. Прям вообще. Как его вообще? Какими способами можно его еще себе найти? Я пока не понял. Старшой. Я смотрел местность зомби, и правда много, но ничего серьезного. Отправляйся туда, расчисти местность и узнай, что там со входом в лабораторию. Окей. А что, мне еще можно с ним поговорить, ты что? А что-то у меня новенькое? Седьмой уровень, да ну, серьезно. Блин, надо, короче, основную сюжетку выполнять и прям... Опыт идет очень хорошо. Так, нет, давайте сначала мы зайдем вот сюда, вот. Библия, смотрите, плюс 5. Разговор, использовать. И оружие.
тоже использовать. Это мы сейчас продадим. Бейсболку, наверное, тоже продадим. Зачем она мне нужна? Что тут еще? Патроны надо вот эти выложить. 570 патрончиков. На калаш тоже у нас копится потихонечку. Всякие пайки, лечение. Ну, у нас пока с лечением проблем нету вообще никаких. Так что это надо все в... Это рюкзак. Сундук. А, ну да, вот. Значит, мы... Движение. Движение. Это все убираем. Сколько у меня там? 1000 патрончиков. 1000 патрончиков. Так, а это оставляем. Это мы сейчас продадим. Книжки эти пусть лежат пока. Не знаю зачем. И здесь, значит, что у тебя не, ничего не появилось мощного? Мощного, красивого, нет? Продать все. И бейсболка за соточку тоже продаем. Продаем и ждем у него каких-нибудь книжечек. Но если что, потом придется патроны покупать. В принципе, сколько стоит? Три монетки. Но на самом деле недорого. На самом деле недорого. Эти вообще по рублю. Все. Все тогда, все ясно. Заданий у нас больше никаких нету. Окей, тогда отправляемся. А нет, надо же прокачаться еще. Правда, не знаю, что качать. Разговор 50, и так у меня как бы хорошо. Давайте... Блин, а? Оружие. Книжки, в принципе, находим. Ближний бой. Крит. Даже не знаю. Давайте здоровье. Пусть у нас будет 85 здоровья. И не подходи ко мне, пожалуйста, молодой человек. И опять отправляемся на научную базу. Все-таки 400... Опыта нам дают за это все. А, убейте все волны. Три волны, офигеть. Где? Как так? Я в этих вообще ни разу не попал, серьезно? Зомби-собака. Седьмой уровень? Серьезно? Все. А где там? Волна потихонечку приближается. Мы ее ждем. И взрываем бочку. Да. Так, главное, чтобы сзади никто не подошел. Надо как-то их объединить всех в одну. В одну кучку. Так что бегаем между ними, пока собираем. Ничего в этом плохого нету. Все, более-менее... Более-менее подсобрались они. Идемте, 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 мои хорошие. Все, теперь вот... А, тихо, тихо. Во-во-во-во-во, вот, отлично. Все, сразу минус волна. Сейчас, правда, опять собаки побегут. Вон, я уже вижу. Отлично. Минус пес. Еще один. Ай, блядь! Кусь! Кусь! Не делай кусь, пожалуйста! Блин, теперь со всех сторон, да? Надо их тоже как-то объединять. Тут нету бочки нигде, случайно. Да, есть, отлично. Все, тогда ждем их здесь. Пусть они пока... неторопливой прогулочной своей походкой собираются в кучку. Или можно вот эту бочку взорвать. Пойдемте, наверное, сюда. Сейф! Серьезно? Так. Это надо как-то сделать. Я хочу сейф открыть. Не зря же я учился. Так, сюда, туда. А, ну в принципе, я же могу отсюда не выходить, когда это... Или тогда уже нельзя будет взламывать, не знаю.
отлично. Блин, эти прям тут работают идеально. Бочки. Окей, псины. Тихо. Отлично. Блин, вроде все пиксельное, вроде ничего не страшное, блин, а мурашки по телу бегут, как будто это. Отлично. Так, и все, тогда собираем их здесь. Вот в этой бочке. Потихонечку, помаленечку сейчас все соберем их. И, блин, как одного бы оставить какого-нибудь дурачка. Вот разделились бы они прям хорошо. Хорошечно как-нибудь так. Я как бы и патроны много не хочу тратить. И вообще побегать, посмотреть, может, где-то еще есть что-то. Я тут, кстати, был, и почему тут раньше-то этого не было. Этого убежища. Во, ну неплохо, неплохо. Все, идут. Все, отлично, двое осталось. Пойдемте попробуем отмычку. Поотмычить нашу. Интересно, оно скипывается, если выйти? Игра остановлена. Я думаю, они не подходят ко мне в это время. Отлично. Замечательно. Ой, хорошо-то как. 540 монет. Офигеть. Это очень круто. И какие-то золотые монетки еще. Давайте побегаем, посмотрим. Может быть, тут где-то еще что-то есть. Что можно там взломать, открыть. Это очень четкая тема сейчас у нас вышла. Не хочу торопиться. Тут еще мусорка. Ничего нету в мусорке. Нет, ничего. Зомби пока ходят там потихонечку за мной. Блять. Что за звуки? На, я все забываю, что он не умеет прыгать, блин. Не зажать бы себе как-нибудь. А, кстати, в этой... В избушке. Где зомби вообще? А вон они ходят. Сейчас вот здесь вот еще осмотримся. И все, и тогда их добиваем. Тут все завалено. Нету сейфа, нигде не стоит. А то мало ли. Смотрим избушку. Потому что тоже тут может быть сейф. Но его здесь нету. Ну все, тогда убиваем. Добиваем зомби последних двух. Отлично. Да, отстань, пожалуйста. А зачем я хожу вообще туда-сюда? Почему я сразу не могу там куда-нибудь зайти? Старшой. Что такое? Что ты меня посылаешь туда-сюда? Ну и где там вход? Туда можно как-то проникнуть? Выход неплохо сохранился, но я не знаю, как открыть этот замок. Да, вот с этим будет проблемка. У меня есть ключ-карта, наверняка она тебе знакома. Использую ее, чтобы пройти в лабораторию. Вон оно что. Ух ты, спасибо. Так, будь крайне осторожен, здесь проводились всевозможные и невозможные виды экспериментов. Блин, 8-й уровень нужен, да? Окей. Ключ-карта у нас есть. Сколько нам не хватает до 8 уровня? Совсем чуть-чуть. Я думаю, быстренько сейчас бежим. Это мелколесье. Да, спасаем девчоночку. И как раз-таки у нас будет 8 уровень. Как раз-таки. Что тут надо сделать? Обыщите мусор. Где он? Ой! Как так? Да блин, попадай. Спасибо. Теперь орда зомби, да? Тут опять огненные, да, будут бегать, нет? Странно. Окей. Ты из орды зомби, нет? Мужичок. Боровичок. Блин, некоторые прям вышибаются только так. Только в пути.
Блин, ну я надеюсь... Ой. Я надеюсь, мы девчоночку-то найдем. Надеюсь, что мы ее найдем все-таки. Так, где бочка там? Бочка вот здесь. Но отсюда никто не идет. Очень мало их отсюда идет. Так что, ну, все равно ее сейчас... Ой, мотик мой. Отлично. Все равно ее взорвем. Чтобы хотя бы, ну, четверых одной пулькой это убить, все равно неплохо будет. И уже этих потихонечку будем разматывать. Сколько у меня сейчас должно быть? А, 85 хп у меня сейчас должно быть. Ой, 10 патрончиков для дробыша. Отлично. Реально, скоро придется пестиком стрелять. Наверное, так и надо будет уже сейчас сделать. В следующей серийке мы перейдем на пистолеро. На пистолетик перейдем. Конечно, у меня есть гранаты. Возьмите рюкзак. Где он? Все. Мне как будто показалось, или я слышал крик. Так, я хочу этого добить. Рюкзак. Сюда, сюда. Зомби. Мужчина-зомби. Блин, ну я думал с него что-нибудь выпадет, но нет. Но, к сожалению, нет. Окей. Бежим. Войти. Сейчас как раз нам хватит... как раз нам дадут 8 уровень. Лейла. Я нашел ее рюкзак. Около северной тропы. А, Аманда, ее там не было, но там валялись трупы зомби и стрелянные гильзы. Думаю, кто-то ее спас. Кто же это мог быть? А неподалеку от того места находится бандитский притон. Может быть, ты спросишь там и будь осторожен. Серьезно? Бандиты? Бандитас. Так, у меня... Мне уровень-то дали? Да, отлично. Отлично. Отлично, отлично. Ладно, ребятушки, давайте на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. В общем, пишите ваши комментарии. На этом пока все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.